Перед нами олимпийский чемпион, чемпион мира в абсолютной весовой категории, неоднократный чемпион Европы и Советского Союза Александр Карелин. Советский Союз! Скажи, какого года чемпион олимпийский? Олимпийский чемпион в Сеуле. Самый молодой олимпийский чемпион тяжеловес. В Сеуле ему было 20 лет. Сейчас Александру 22 года. Вчера позвонили, сказали, что на обложке журнала «Все болею» выгляжу на 43. Фантастический человек. Человек-супермен. 21 век. 21 век. Спортсмен 21 века. В 21 веке, наверное. Присущих сыпаться. Огромная белая надежда. Перед вами огромная белая надежда. Небольшая, огромная, да уже? Большая белая надежда. Миш, Лёва, шуму, где понравилось там. Снял, наверное, не боролся. В Америке. Сейчас смотрю. Давай, представлю я тебя. Давай, пускай Санька представит. Сань, представляй его. Да. Перед вами лучший из лучших советских борцов. Один из самых титулованных борцов современности, который стоит в команде, как столб, на который вешают медали. Михаил Мамиашвили. Москва. Советский Союз. Какие у него титулы? Трехкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр. В Сеуле. Многократный чемпион Европы, многократный чемпион национальных первенств. Дважды признан лучшим борцом мира в 85-88 года. В финале на Олимпийских играх одержал фантастическую победу, которую от него не ожидали даже лучшие специалисты классической борьбы. Его фотография в финальной схватке обошла все ежегодники 88 года. А я с ним запросто. Заканчиваем ли? Мы можем сами раздражать начинаешь. Я? Поближе. Вот так, Саня, разворачивайся сюда. Подожди, вы не парите. Вот. А? Не парите, вы подходите вот так. Вот. В хрень поднимет меня. Да, поднимет меня. Отсюда, вот так. Да, спинку сошла. Миш, ты прокомментируй это заодно, чтоб звук. Вот я же крутиться-то не умеешь. Может, проще там, Санёк? Не, ну что, Санёк, сейчас спина сильнее. Нет. Давай. Давай, Сань, помочь его, помочь. Хорошо. Сань, ты набрасывай. Ты сопротивляйся. А ты сопротивляйся, чуть, давай. Чуть-чуть, двигайся, слон, имитируй. Имитируешь сопротивление. Гляк, пах. Лучше давай. Вот так, разверни, разверни камеру. И бросочек пошел! Я ничего не делаю. Два брата. Запускай куда угодно, я сниму. Еще раз его. Давай. Сань, он не сможет на это встать, да? Подняй тебя. Да. Давай. Ну, снимай, поглю. Покрутись, покрутись. Хорошо. Хорошо, и под себя. Оп, хорошо. Убери руки с ног. Я думаю, хватит для этого.
Ну-ка, выкашивай. Пусть будет. Погоди. Погрузись просто. О! О! Чистый носок взял. Да. Чистый попротонул. Что? Давайте, давайте, нечего сушковать. Мишка. Это не нужно сушкать, потому что это тренируется. Понимаешь, это просто у нас не тренировать. Пускай мы побудем. Чемпионом бачишься. Вот такой. Да. Перед телекамерой два олимпийских чемпиона. Давай, давай, Мишка, давай, Мишка. Давай. Давай, Минька. Давай. Падай, Саня. Ты станешь мне на мозг. На мозг. Нет, вот так попасть. Молодчик. Просто красавец. Просто на хорош. Мозг. Просто хорош. Миша, Миша, ты не поднимайся с места. Я еще подниму. Все, положи меня. Ну и все, ляг, Миша, не уйди так. Ни в коем случае, Мишка. Выверни на бок. Покажи ему в одну сторону, молодчик. А ты будешь все равно готов. За дело. А ты его за голову. Ноги вверх, подними по голову, Мишань. Во, вниз опусти туловище, Саша, ему помоги. Во, так. Лед, тебе что, со штангой, Саша, гири взять или, да? Нет, ты не думал, что ты сбежал. Сейчас мы тебя еще пару раз сбросим. Напрямую. Да. Я об голову обокрушу, а ты встань. Устал? Миша, стой! Молодчик. Молодец. Володь, уже снимаем час, ёпки.